Помнишь карамель-то? Помню. Но это было в Новосибирске. Это был. А сейчас здесь. А сейчас здесь. Сколько? 700 ниже? Да, мы прошли что-то 700, что-то 50 получается около того. А в общей сложности, я посмотрел по счетчику, мы почти 1000 накатали. Накатали. Да. Короче, это конечная точка нашего маршрута. Ну, скажем так, конечная база. Вот здесь мы будем жить 3 дня, будем ловить, пытаться поймать все-таки крупную рыбу. Вот, будем ходить вниз еще, в планах уйти километров на 60-70 вниз, посмотреть, что там. Вверх, наверное, пойдем. Ну, в общем, крутиться будем в округе. Поехали уже рыбу ловить. А ты сейчас туман. Руки чешутся. Аккуратно тут пойдем. Рядом места есть. Погнали. Все, погнали. Сейчас сам выклюю. Безвид и туман. Классика жанра. Классика жанра. Где моя большая щука? Смотри, просто здесь, вот он. Вот раз. Вал, и она прям под ним, он его видит. Да? Да, да, вот она стоит. Блин, она прям в аккурат стоит просто этого. Со ступеньки, под ступенькой забита. Глубина, ты видишь, какая нибудь. Ну, мы сейчас посмотрим. Стоит хорошая. Нашли в очередном пласте на срезе, где яр был. Подошли, смотрим. Останки с девонского периода, неизвестные нам досель рыбы. Открыли новый вид с Кириллом. Не зря съездили. Хорошо сохранился. Оп. Ну вот. Сейчас поймаю. У меня секретная приманка. Так. Бельяшки стукнул. А вот это было непонятно. Может, по бельяшке. А может, и не по бельяшке.
первая сядет. Маленькая, да удаленькая. Маленькая, но важная. Плыви, подруга. Сразу. По-моему, окунёк. Я бы сразу взял, даже не без удара, просто сразу сел. Убежал. Десяточку, кто там у тебя, блин? Ну давай, давай, тыщи. Стрел, кто тебя так учил по цакам? По цакам работаешь. Много сломал? Я дал. Но уже что-то есть, и это радует. Я сегодня моден, я понял. 3-0. Ох, ну сколько у них? 2, да? Или 3? Больше. Больше. Ну уже рады. Уже что-то есть. Фу, ну с удара. С удара? Да. Нет, без лака спать. Опа, наверное. Не, я смотрю. Куда дело? Спайкер 822 ММХ. В принципе, ну видишь, как это работает. Правда, не крупной рыбки. Всего килограмма полтора. Но я размочил сегодняшний ноль. О, сама. Молодец. И мне еще по башке отоварил. Джига. Это чебурашкой. Хорошо, что в капюшоне. Классика жанра. Коряжный беляшка. Мелкое жабье. Мелкое жабье. Но на безрыбье даже такое ничего. Сразу, чтобы не мушки, пацаны, блядь. Поймали и отпустили. Она там не одна. И, может быть, будет даже крупнее. Колечник довольно глухой, поэтому поролон. Лешовский поролон, который очень хорошо проходит по таким вещам. Обрывов могло быть намного больше. Они, конечно, тоже есть. Могло быть прям в разы больше. Она кого-то съела. Да?
Это да. Вот это. Я думал, схота, она просто пошла на меня, и дальше по... что-то ступенька не идет. Странно, говорит. Смотрю, она в сторону русла дуванула. Смотрите! Рыба-то какая! Носиками потритесь, да? О, глубоко взяла. Здорово. Че, Камлев, новосип не захотел приехать, я сам к тебе приехал. Давайте, здорово. Привет, всем. Олег. Ты Серега? Да, тоже Серега. Загадывай желание. Кирилл? Клювало, буквально 4 дня назад клювало, нормально. Вот до дождей. Это Кирилл приехал. Это я приехал, все нормально. Жара, когда вот была вот это вот 3 дня. Ну, вот здесь вот вообще никуда не ходили, вот здесь вот все ловили. Хороший. Хороший. Ща не знаю, я, по-моему, на рыбу не ел ни раз. Отличная рыба. Красивый такой, пятнистый. Да. Я нынче на 6200 одного выловил. А у нас, короче, еще 5 лет назад не было этой, как она называется, верхоплавка или как она называется? Такая, ну, да, маленькая. Уклейка. А, уклейка, вот. А сейчас ее тьма. Может, поэтому на мелкие приманки стало клевать. Я не думаю, что она гоняется за одной уклейкой, большая рыба. Но я заметил, самый универсальный размер – это 120 мм. Ловится вся рыба. Да. Что десятки, что килошки. Я с собой, конечно, взял чуть-чуть. Кирилл ездит сегодня по Аби, как рыбачь. Дед Мороз всем подарки раздает. Не, не всем. А. Видел, да, на сайте у нас? Шакловский, да, говорит. Да. Очень такая, кстати, оригинальная в своем роде приманочка. С виду вроде как обычная, да тут и все, а играет и очень забавно. Она прям не то, что вот если вы, вот, релакс, допустим, копыта играет корпусом, так тихонечко отклоняется, а этот прям всем корпусом вибрирует. Да, они сделали. Им холодно ходил, вроде как мель, потом раз ямка, потом опять вот ямка. А, гриф такая идет, получается. Косы такие. Что-то я прям это, чем больше ловлю, тем больше прусь. 30-100, 28 грамм, все вижу. У меня 26 сейчас стоит. У меня 30, 100, 130. 40 у тебя 130. 40, 130? Я в руку. Он и сел. Поролоночка. Ты нормально там что? Да вроде ничего. Вечерний дух. Да. Такое ощущение, что судак. Что, судак? Давит, да? Да, судак. Да, судачок, парень. Хороший. Хороший судачок. Трофейный. Ну все нормально. Обскользь. Обскользь. Не, полторашка. Да не, чуть побольше. Всего лишь 560 кило. У нас смеркаться начнет через полтора часа. А, не, смотри, но решил попадаться. Ух. Какая свинья. Я подбагрился, я промахнулся. Помойка. А, подбагрил, походу. Вот она, поклевка. Представляешь, поклевка. Здрасте, проснулась. Давай вот так это, как бабочку наловить. Давай, 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 давай. Бам! Ты совсем мелко. Замоталась в сеть рыбацкую. Первый раз ударил, промахнулся. Второй промахнулся. Третий промахнулся. И только на четвертый взял. А это щука, наверное. Или совсем мелкая щука. Или это... Нет, это жабёнка.
хорошо. Рыбка клюет, как классно, славно. Кирилл ловит. Что еще нужно для счастья? Для полного счастья. Ух! Ух, сюда тоже. Трешка. Олег, мой выход. Да. Ать! В прошлый раз на таком сюда. Yes! Чудачок, улом! Литературно выражаемся. Дайте два. Расти большой. Берж обский, да? Ну давай, доставай. А, котенок. Дуплик. Судачок! О! Ну давай, давай, поднимай. Ну поднимай. О! Окунек. Маленький. Ну ладно. Кстати, эту точку отмечай. Завтра придем. Это трофейная щука стоит. Никто больше не может быть. Завтра придем сюда. Полкило. Кило окуня. Утоплю. Ну просто сразу утоплю. Окуня? Нет. Ну не тебя, ты будешь ни при чем. Надо придумать, кого за это попить. Ну я придумал. Ты прибор поставь. Ты хочешь, все хорош, куда ты ломанулся? Я иду на глубину свою. Я хочу эту глубину проработать еще. Че ты ломанулся? Ты веришь? Насколько? Лично. Вон ставим здесь. Да? Ты не туда пошел. Слышь, да? Это, ребята, судак обской. Да, вот кого-кого, я тут этого мальчика и не ожидал-то. Плыви, родной. Ну, ты знаешь, похоже на то. Зубки-то вон как ходят. Ой, хорошо. Свечку слабо? А? Свечку слабо, интересно? Нет, такая не выйдет. Ну, за пятеру. Вот хорошо. Нет, поменьше. Подожди, дай. Слушай, хорошо взяла. А ну. А? Что? Так, подожди, лип-гриф, ты так и достанешь. Вон он, по телефону. Где моя двенашка? Смотри. Сейчас. Сколько весит? Держи только, чтобы пасть не закрыть. Да, попробуем. Мы потом на базе погрешность-то сделаем. Сделаем, конечно, сейчас. Обнулим. Да. Опа. Ну сколько он? 6400. Стоишь? Стоит. Ну что, опять сработал скальт, Ашка? Вот такая девочка, 6,5 килограмм примерно, чуть меньше. Я их даже особо не почувствовал. С
спиннинг-то как раз заточен под такую рыбу, чтобы ее спокойно ловить и брать. Кстати, неплохо в джиге, 22 грамма работает. Наверное, даже будет меньше работать. Но я не пробовал. Башкой коктейлюшка трясет. Слушай, а может это судак вообще? Да не, щук вроде. Щук. Ну кто тебя сюда звал, мелочь пузатая? Ты нам не интересна, мне нужно 12. Продолжаем разговор. Даже не трешка, двушка. Выход, да, вечер. Вечерний выход начался. Крючочек-то вот он, добренький. Ритм Wave 4.8 с таким маленьким-маленьким двойничком. А здесь меньше бесполезно стоит. Рыба-то хорошая ловит. Опять тройка, а то и двойка. Это судак. Ой, как хорошо взял-то, а. Прям волшебненько взял. Ну, прям пассатижи нужны. Я вот так не это. Мотай. Оп, уникальная река. С одной точки щука, судак. Не хватает нельмы. Нельмы не хватает. Это маленький. Что это такое? Килошка с копейками. Полторашка, может. Ни за чем. Самое не балуйся. Хе-хе, рыба. Но это однозначно он. Судак. Ну-ка покажи размеры. Да. Вот. Все?